Грязь, резкие запахи и антисанитария. Такую безрадостную картину ежедневно в окна своих квартир видят жильцы 74-го дома по проспекту Текстильщиков. Между аптекой, контейнерной площадкой и продуктовым магазином раскинулась зловонная стихийная свалка. Региональный оператор вывозит только тот мусор, который скапливается в контейнерах. Этот же не трогают. С каждым днем куча все увеличивается в размерах, привлекая внимание ворон и крыс. Животные растаскивают мусор по округе. Жители обращались в мэрию и управляющую организацию. Ответов не было. Чиновники отмечают, чтобы заявка была принята в рассмотрение, достаточно телефонного звонка. А на устранение свалки законодательство предусматривает месяц. Жителям проспекта Текстильщиков, видимо, нужно еще подождать. К сожалению, стихийные свалки, несмотря на то, что они убираются, потом возобновляются, обычно по одним и тем же адресам. И за истекший период, то есть 17 года, было вывезено за счет бюджетных средств на порядка 12,3 миллиона рублей более 40 тысяч кубометров мусора.